Колледж! Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко о некоротком». С вами, как всегда, Кин и рубрика «Что посмотреть?». Рубрика, где я рассказываю про закрытые сериалы, сериалы, имеющие полноценный финал, и сериалы, у которых вышло как минимум 3 сезона. И сегодня я предлагаю поностальгировать и вспомнить самый тестостероновый, самый мускулинный и самый отбитый сериал 2010 года. Встречайте, реальные парни. Не путать с реальными пацанами. Ну или реальные козлы. Или штат Голубая гора. Или же просто... Blue Mountain State. Минуточку. Как это я могу оставить обзор на один из своих любимых сериалов без конкурса? И сегодня мы разыграем... А я не скажу вам, что мы разыграем. Пускай это будет сюрпризом для победителя. Да! Да! Но условия, как всегда, банальны и просты. Лайк, подписка и в комментариях написать «Вперед, козлы!». Все подробности, как всегда, ищи в описании. Ну а мы продолжаем. Сериал перенесет нас в колледж Мидвестерна, в котором живет, тренируется и играет футбольная команда Blue Mountain State, или проще BMS, в которую только что попал Алекс Морен. Талантливый квотербек, но ленивая задница, предпочитающая гаситься во втором составе. Так держать, Морен, будешь стараться, перейдешь в основной состав. Нет, спасибо, тренер, мне и так хорошо. И его друг Сэмми Качитори, извращуга, алкаш и будущий талисман команды. Это тебе. Ну и кто теперь имел чужую подругу? На моей постели? Да, я обоссана, там все. Ты больной. Также среди новичков можно отметить Крейга Шайлу, ответственного и адекватного парня, живущего со своей девушкой, распланировавшей их жизнь на годы вперед. Мы поиграем здесь 3 года, получим приз Хейсмана, подпишем контракт и станем профессионалами. И не дай бог, что-то пойдет не по ее плану. Ну а капитан футбольной команды Морена, отбитый на голову, но дико брутальный Тед Касл. Время умирать, детка! Время умирать! Никогда не забывай! В целом же команда Blue Mountain State отличается не только колоритным составом, но и тем, что вместо здорового сна, правильного питания и прочих атрибутов спортсменов, они вечно бухают, курят не сигареты и нюхают далеко не цветы. Ну а кто засунул палец в задницу Теда и почему замена масла для мужиков страшней атомной бомбы, вы узнаете в сериале Blue Mountain State. Blue Mountain State для меня примечателен тем, что это один из немногих сериалов, которые посоветовали мне. Обычно в детстве я искал сериалы и советовал их друзьям. Так одного друга я подсадил на сверхъестественное. Но он в ответку подсадил меня на Декстера. Поэтому, когда на руки мне попала флешка с BMS, я поначалу довольно скептически отнесся к этому проекту. Но это только поначалу. Буквально 3 серии спустя меня уже было не оторвать. Но если вы такие подумали, блин, я не шарю в американском футболе, значит мне не зайдет. Скажу так, я тоже в нем не шарю. И многие термины для меня в сериале пустой звук. Приготовились, CD18, по левой, приготовились, вперед! Но ирония в том, что тут нет футбола. Да-да, вы не ослышались, это сериал про футбол без футбола. И самое главное, здесь идея такой подачи сработала. Попробуйте представить какой-нибудь сериал про школу или колледж, но так, чтобы ученики этой самой школы в этой школе ни разу не появлялись. Звучит бредово. Хотя, может быть, я не в курсе и такой сериал есть. Если вы в курсе, напишите в комментариях. Но повторюсь, в BMS такой подход работает и охватывает большую аудиторию. Любишь американский футбол? Хорошо. Тут и тренировки, и термины, и мужики в форме. Не любишь? Тоже хорошо. Все основные игры остаются за кадром, оставив время на веселье и раскрытие персонажей. Но забегу немного вперед. Это как бы формально и спойлер, и не спойлер. Один матч нам все же покажут. Но, во-первых, он будет в 3-м сезоне, во-вторых, он будет неофициальным, и в-третьих, это еще то упоротое зрелище. И как я упомянул ранее, за раскрытие персонажей можете также не переживать, так как серии большую часть времени уделяют именно что отдыху и тренировкам, а соответственно и персонажам. Например, Тед, хоть и тупой как пробка, но никогда не даст в обиду члена команды. Какого хера ты здесь делаешь? Я капитан, между прочим. Я здесь, чтобы показать тебе, что на самом деле значит такое команда. Хотя сам может над ним оторваться. Алекс, хоть и ленивая булка, но даже в своей лени он целеустремлен. Черт, 3-й состав? Ага, это херово. Мне жаль, чувак. Ты прикалываешься? Это здорово.
Мне теперь не надо вообще ни черта делать. Сэмми вообще самый отбитый из всех. И в нем намешана куча всего. И комплексы, и доброта, и самое главное, озабоченность. Я это сделал! Я знал, что получится! Этот мудак сломал мне нос членом! Про Шайлу можно сказать одно. Какой бы он ни был умный, очевидных вещей он не замечает. Обещай мне, что будешь напорист и закончишь мерчендайзинг вот так. Крейг, мать его, суперзвезда! И в принципе так можно описать каждого главного героя команды, ведь у них всех есть отличительные черты. Да, интересный факт. Ранее упомянутый Сэмми, он же Крис Романо, является одним из создателей сериала. Просто зная это и смотря сериал, довольно интересно осознавать, что вот он... А может я набью тебе ебальник? А может я тебе драчу? Создал это шоу и выбрал для себя такую роль. Также из интересных фактов. Эд Маринаро, он же тренер Марти Дэниелс, в прошлом настоящий игрок в американский футбол. Ставший первым в истории раннинбеком, пробежавшим за свою карьеру 4000 ярдов. Маринаро по-прежнему удерживает два рекорда. Наибольшее количество очков за пройденные ярды в сезоне и за карьеру. Давайте выпьем уже. Ну и последнее, что из интересного удалось отрыть, это то, что финальный эпизод сериала под названием «Кукурузное поле» вышел под руководством Алекса Винтера, наиболее известного многим как Билл Престон из «Невероятных приключений Билла и Теда». Касательно каста, звезд с неба не хватаем, но киноманы и сериальные задроты увидят пару знакомых лиц. Например, Деннис Ричардс из «Звездного десанта», Фрэнки Шоу из «Мистера Робота», Сэм Джонс III «Тайны Смолвиля», Стивен Амелл «Стрела», Лукас Стил «Люди Икс», Кёртис Армстронг «Сверхъестественное», ну и конечно, Алан Ричсон, наиболее известный многим сейчас по «Титанам». Хотя я, когда его вижу, сразу вспоминаю «Blue Mountain State». Единственное, обидно за Дерина Брукса, Алекса Морена. Шикарный актер, и в драму, и в комедию может. Но столь ярких ролей, как в BMS, так и не получил. Да и вообще, согласно Википедии, пропал с радаров с 2015 года. Я нашел его инстаграм, и да, он где-то снимается, но в каких-то локальных проектах. Но вернемся к сериалу, который, стартовав в январе 2010 года... ушел от нас в ноябре 11-го. Казалось бы, так мало времени. Но за этот промежуток нам умудрились подарить 3 сезона по 13 серий. И я думаю, не совру, если скажу, что все фанаты рвали и метали, требуя 4-й сезон. Но его не случилось, и сериал ушел. Но он вернулся. Вернулся сказать последнее прощай в формате фильма 15-го года. BMS «Восстание Тедланда». И я вас пойму, если вы ничего о нем не слышали. Он вышел тихонечко для фанатов, без громких афиш и крупного проката. И касательно фильма, у меня двойственное чувство. С одной стороны, он шикарен, и весь каст на месте. Но с другой, в нем вообще практически отсутствует футбол, и это бросается в глаза. Поэтому, снова же, если вы не фанат футбола, то фильм, скорее всего, вам зайдет чуть больше. Если фанат, то чуть меньше. Но плохим я его точно не назову. Да, в принципе, и никто не назовет. Я вкратце пробежался по отзывам, и все сходятся в вышеозвученном мнении. Ну и на этом подытог... А ты ничего не забыл, брателло? Ах да, точно. Я строго-настрого заклинаю вас смотреть сериал только в озвучке Аркадий Грей 2008. Согласен, название длинное, так что оставлю его в описании. Да, у сериала есть и более профессиональные озвучки, от того же MTV и еще какой-то студии. Но, если хотите прочувствовать весь его шарм, то... Хорош пиздеть! Просто покажи им! Ну ладно, смотрите сами. Сказал тетрадь, говножуй! Повтори. Скажи дневник, уёбок! Повтори-ка! Тухвятская вечеринка жжёт! Вали из моего дома! Это ты, вали! Вали! Вали свои гребаные хлебалы и вали нахрен! Давайте зажигать! Свалила из моего дома! Сам свалил! Свалила! Закрой свой блядский рот и убирайся! Ну а вот теперь... подведем итог. Blue Mountain State — это сериал, способный порадовать как фанатов американского футбола, так и простых зрителей. И хоть сериал пошлый и грубый, и местами дико упоротый, но он все же продвигает идеи братства, командного духа и верности друзей. Вообще забавно то, что это сериал, вечно рушащий ожидания. Хоть сериал про футболистов и футбол, но футбола нет. Практически все разговоры о кексе, дрочке и всем в этом духе.
Но нет ни одной голой титьки или пеструна. В лифчиках и труханах есть, но без обнаженки. И не буду врать, хоть мой самый любимый сериал это «Клиника», но BMS, хоть и не самый, но все же очень любимый мной проект. А поэтому напишите в комментариях, смотрели ли вы его, или же будете ли вы его смотреть после обзора. Ну а если нет, то напишите, почему не будете. Blue Mountain State. Ну а на этом у нас все, и большущее спасибо за просмотр. И если понравилось это видео, то не будь пи***нышем, подпишись на канал и поставь лайк. Ну а в описании я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о сериале. Также я оставлю ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно. И группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока!